Дорожные службы Твери переходят на весенний режим работы. На этой неделе погодные условия позволили сотрудникам МУП ЖЭК приступить к ремонту дорог горячим асфальтобетоном. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Горячий асфальтобетон позволяет единовременно чинить большие участки дорожного полотна. Но в отличие от используемого зимой литого асфальтобетона, он требователен к погоде. Для его укладки необходима устойчивая плюсовая температура воздуха. Поэтому, а также из-за графика работы заводов, дороги в ближайшее время будут ремонтировать только в дневные часы. Пока погода позволяет производить укладку горячим асфальтобетоном, но в случае ухудшения погодных условий работы будут производиться также литым асфальтобетоном. С каждым днем работы по аварийному ремонту горячим асфальтобетоном будут увеличиваться, и уже с установлением сухой, устойчивой, теплой погоды, то есть это ориентировочно где-то начало и ближе к середине апреля, объемы работ значительно будут увеличены. Особо городские власти обращают внимание на качество, прося горожан сигнализировать о нарушениях. В случае каких-то замечаний касаемо производства работ или состояния дорожного покрытия, просьба обращаться в департамент дорожного хозяйства администрации города Твери. За прошедшие сутки уже проведены ремонтные работы на Волоколамском путепроводе, подходах к нему на кольце в микрорайоне Южный и улице Можайского. Также ямочный ремонт затронул ряд улиц Московского и Заволжского районов.